Привет, друзья! Я хочу вам сегодня рассказать об оптическом прицеле Mercoul Stalker 3х18 с диаметром объектива 50. Рекомендуем эти оптические прицелы в качестве аналогичных, точнее, за место аналогичных липерс. Это очень удачное решение от китайцев, наших братьев. Вот, кстати говоря, коробочка от Mercoul. Тут у нас есть в комплекте вставки на тактические барабаны, сетчатая бленда, чего только нет. Салфеточки, ключики для как раз барабанов с поправками, паспорта, все что угодно. Чем хорош этот прицел? Ну, во-первых, здесь установлена тактическая сетка Mark 24 на базе Милдота с полумилами и с ветровыми сносками. То есть с данным прицелом можно охотиться при любом ветре и, соответственно, удачно попадать. Прицел у нас помещается, скажем, в границу 20 тысяч рублей, что небольшие деньги для качественного оптического прицела. А этот прицел, ну, можно сказать, довольно качественный. Он точно не хуже липерсов, он точно не хуже прицелов BSA, поспорит с многими бюджетными хоуками и так далее. Здесь установлено стекло с немецким покрытием, как пишут сами Mercoul. Ну, я вам скажу, сетка достаточно хорошо читается, то есть изображение достаточно четкое, конечно, ни в сравнении никуда не идет с более дорогими прицелами именитых производителей типа Вортекса, Никона, Сваровски и прочих более дорогих. Вот он у нас установлен на бюджетной винтовке Крал, которая, скажем, процентов на 30 только дороже самой оптики. Повторюсь, здесь тактические барабаны, они очень удобны. В комплекте сразу идут вам крышечки, сетка масштабируемая, что тоже, в принципе, редкость для бюджетных прицелов. Он уже зарекомендовал себя с точки зрения практики достаточно именитыми стрелками. То есть с таким прицелом можно не только сэкономить деньги, но и удачно охотиться. Вес 720 грамм. Ну, не скажу, что это много. В принципе, вполне для этой оптики. Есть и дорогие прицелы с большим весом. Здесь есть и подсветочка, точки. Не сетки, а именно точки. И все остальное. Поправки для китайского прицела перещелкиваются достаточно четко. Все вполне очень хорошо, можно сказать. И, ну, скажем, за 20 тысяч рублей, я думаю, вы хорошего аналога не найдете. Если вы купите липерс, вы, скорее всего, прогадаете, потому что эти прицелы, они перешагнули ту планку, на которую когда-то запрыгнул липерс. Поэтому Mercoul покупаем, они в Охотника.нет. Скажем так, по самой низкой цене в интернете их можно приобрести. У нас подсветка сетки только красная, зеленой здесь нет. В этом липерс обыгрывает этот прицел, ну, хотя с другой стороны красная и зеленая, какая разница. Колечки 30-е, точнее труба 30-я, то есть тип крепления, это тоже плюс. Большой угол обзора получается. Ну и напомню, кратность у нас от 3 до 18. В принципе, под все охотничьи задачи это более чем хорошо, то есть трешка это минимальная, отлично, можно стрелять на 10-15 метров, а 18 уже позволяет с хорошей винтовкой, конечно, крал на 100 метров не стрельнет прилично, а вот хорошая винтовка с кратностью 18 на соточку вы можете попадать туда, куда захотите. Вот. А длина этого прицела, не помню, говорил, 34 сантиметра, ну и, конечно же, он газозаполненный. Если бы он был не газозаполненный, я бы про него вам не стал бы рассказывать, потому что это уже совершенно дорогой ценовой, точнее, совершенно другой ценовой сегмент. Вот. Прицелы Mercoul Stalker с кратностью от 3 до 18, с 30-ми кольцами и 50-й трубой. Качественные, легкие, удобные. Можно купить в Охотника.нет.